dvhub.ru. Был проведен конкурс Министерства образования и науки. По результатам конкурса мы явились победителем, тем вузом, на базе которого создается такой ресурсный учебно-методический центр, которому закреплены территории всего Дальневосточного федерального округа. И теперь все вузы Дальневосточного федерального округа, подведомственные Миноборнауки Российской Федерации, являются нашими партнерами в данной работе. Целями и задачами сегодня я познакомлюсь с ними, но я вам хочу сказать, что это очень важный шаг как для города Хабаровска, так и для Дальнего Востока в целом. Мы будем оснащать этот центр, продолжать, и высококачественным, современным оборудованием для того, чтобы преподаватели из области высшего образования, среднего образования и общего образования могли повышать свою квалификацию, могли знакомиться с новинками, обмениваться здесь на конференциях своим опытом, чтобы мы выбирали правильные методики для распространения их на Дальнем Востоке. Ежегодно у нас в Российской Федерации более 6 тысяч человек поступают в вузы, и это студенты с инвалидностью. И это число растет. Министерство образования, конечно же, уделяет особое внимание не только доступной среде, но и тому, как этих людей будут учить, чему их будут учить и какими способами. И очень важный вопрос трудоустройства, который, конечно же, идет сразу за высшим образованием. Мы будем содействовать всем вузам и содействовать организациям в трудоустройстве этих инвалидов, в проверке квотирования, в рекламе мест для инвалидов и в целях их профориентации, для того, чтобы они могли правильно выбрать место работы. Это очень важная задача, которой, в общем-то, так цельно никто не занимался. Я всех благодарю, что вы сегодня пришли сюда, потому что вы наши партнеры. Давайте работать вместе. У нас очень опытная команда. Я думаю, что вы, конечно же, те люди, которые усилят нашу команду. И наша совместная работа принесет плоды. Не сразу. В течение 2-3 лет, я думаю, вы увидите, как изменится среда в ваших организациях, в нашей организации и вообще на Дальнем Востоке. Спасибо большое. dvhub.ru